Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по треб. Здравствуйте, ребятушечки, с вами расхититель помойки. Как видите, я на помойках неплохо поднялся. Вот. Поэтому езжу теперь на Мерседесе АМГ. И это долгожданный челлендж, который я обещал снять полгода назад. Что можно найти в 10 помойках на Мерседесе АМГ 63? Вы на том видео, где я на Шкоде Рапид или там Октавии, не помню, наставили 5000 лайков. Кто не видел, кстати, этот видос, посмотрите, вот он. Это прошлый челлендж на машине. В этот раз тачка уже намного круче. Ребятушечки, на такой машине никогда никто не поедет по помойкам. Но мне это можно, потому что я номер один на помойках в России. Ставьте лукасы и держите за меня кулачки, потому что я надеюсь, что я найду сегодня топовые находки в помоечке. Ребятушечки, мы на первой помоечке. И сейчас мы узнаем, чем тут будет поживиться. Главное мне не особо не запачкаться, ребятушечки, потому что машину-то запачкать я вообще не хочу. Опа! Ребят, я в шоке. Здесь Найки. Найки белоснежные, ребятушечки. Беленькие Найки. Так, надо второй Найк найти, ребятушечки. Опа! Актив. Бренд этой куртки какой-то Актив, но ее активно, видите, разорвали снизу коты. Подкладка вот эта вся разорванная, поэтому я ее брать не буду, ее никто не купит, эту куртку. Но я ее вот так постелю, чтобы костюмчик не запачкать. О, вот он! Вот второй Найк. Пара Найков. Они вообще, блин, в отличном состоянии, реально. За 500 рублей, ребятушечки, вот эти Найки отлетят со свистом, поэтому я их забираю. Для съемок этого ролика я обратился в компанию Fly Cars. Это крутые ребята из Питера. Они занимаются прокатом дорогих автомобилей. Если вы хотите осуществить свою мечту и попробовать лучшие машины ведущих мировых брендов, то смело обращайтесь к ним. А по моему промокоду Штребух вы получите 10% скидку на аренду топовых автомобилей. Также не забывайте подписываться на ребят в Instagram. Если кто-то из вас не из Питера, вы рано или поздно в Питере окажетесь и сможете тут так шахнуть на подобной тачке. И всех телочек, ребятушечки, абсолютно всех зацепите на такой машинке. Ссылочку на Instagram Fly Cars я оставлю в описании. Ни гвоздя, ни жезла, пацаны, встретимся на дороге. Оу, щит! Ребятушечки, швепис! Швепис! Вот это сказка. Вот это я забираю, я попью потом. Вкусный и сладенький. Вот тут, ребятушечки, сытная покормилица. Вот она. Дает мне питу 365 дней. Она, кстати, даже без плесени. Я подумаю, брать ее или нет. Потому что к пите нужен какой-нибудь соус. Ну вот, ребятушечки, вот эта помойка не порадовала, но в принципе она меня обула, вот такие белоснежные Найки, и дала швепис на то, чтобы попить. Все, едем на следующую. Ну вот, ребятушечки, Найки, вот швепис, вот это все мне не надо. Вот как-то так оно работает, ребятушечки, все с кнопочки. Ой, сытная кормилица, вот она. Вот так вот, ребятушечки, вот так вот. А тут что-то помоечка-то не особо радует, походу. Это одни бытовые отходы. Вот тут что-то может быть.
Я, походу, нашел клондайк. VR-очки. VR Cinecon. Virtual Reality Glasses. Обалдеть, оно еще с наушниками? Я такого никогда в жизни не находил, вот подобных VR-очков. Находил их не раз, но вот именно с наушниками первый раз. Так там не только эти VR-очки, там еще, походу, ноутбук. Вот, в общем, здесь джойстик вот такой от Xbox. Я не знаю, от какого именно этот джойстик. Он, кстати, работает, ребят. Он моргает и светится. Ребят, смотрите, он даже светится. Этот джойстик рабочий. Ну и походу, ребят, самое топовое — это вот этот ноутбук. Охренеть, ребят, он даже ржавый. Вот здесь вот эти разъемы все ржавые. Там тупо ржавчина над них. Охренеть, вот это очень плохо. Короче, у него разбита матрица. Этот ноутбук уже не продать за нормальные бабки. Мне интересно, там внутри оперативка стоит. Если там внутри оперативка стоит, то это уже будет радовать, потому что можно будет его, короче, на запчасти продать. Помойка окупляет. Какие-то колготочки были, вот тут жопки женские, ребятки. Вот это кайф. Короче, думаю, 1000 заработаю на этом всем, как минимум. Вот тут, может, что-то есть. Жрака, жрака, ребятки, жрака! Курочки! Курочки-ножки! О! Не, ребят, оно неприятно пахнет. Все, я свое взял на этой помоечке. Вот они, ноутбуки здесь, это джойстики, VR-очки, просто песня. Убираю? У меня уже сумка-то с находками наполняется, ребятушечки. Полетели дальше, ребята. Я уже жду не дождусь, чтобы понять, что будет в следующей помойке. Эх, ребятушечки, я очень жадный в плане находок. Я хочу забрать себе все. Чебупели? А, были когда-то, я думал, они там есть. И тут пусто, ребята. Пусто все. Пусто, блин. А вот тут, может, что-то будет. Но не сегодня, ребятки. Ох, картошечка. Это запеканка какая-то, ребят. Сырная, что ли, или с мясом. Пахнет прекрасно. Перцы, ребят. Фаршированные были когда-то. Если бы их зафаршировали... На третьей помойке ничего не нашел. Ничего. О, в машине так тепло, а на улице холодно. Так, что тут у нас? Гора макулатуры. Ну, макулатуру я не собираю, мне она не нужна. Вот в этой сумке, походу, что-то есть. Оу, щит. Это какой-то халат с горошком. Вот такой вот. Но его никто не купит. Брать не буду. Носки всякие. Кстати. О, да, вот что пахнет. Это ополаскиватель. Эту шмотку постирали с ополаскивателем перед тем, как выкинуть. Пахнет нормально. Кстати, даже на меня. И мне бы эта штучка подошла бы к костюмчику. Вот это я забираю. Oh, ребята! Блин, Defender, падла! Я думал, это HyperX, потому что, ну, цвет зеленый. Ну, вот тут даже микрофончик есть. Вот так вот. И полетел в киберспорт. Поехал разносить всем хедшоты раздавать. Помоечка дарит гейминг, ребятушечки. Я игровые девайсы в помойке не первый раз нахожу, я даже не удивляюсь. Вот это сытный памперс. Да тут тоже сытные памперсы везде. Вот эти пансеры задолбали уже меня. Тут пусто, ребятки. Пусто там. Забираю вот это вот. В принципе, неплохо, ребятушечки. Свитерок из магазина Остин и игровые бюджетные наушники Defender. Вообще неплохо. Эти наушники можно будет продать рублей за 400 на Авито, а свитерок рублей за 200. Кайф. Главный расхититель помойки едет на пятую помоечку, ребятки. Вот это была четвертая.
Опа. Вот это локоцакели. Стоят, меня ждут у ребятки. Они, в принципе, нормальные на вид, и их можно забрать. Я думаю, их продать за сотку вообще на изи можно будет. Опа. Ребят, там какие-то числы от Xiaomi лежат. Xiaomi-шние вот эти вот. Вот такие чехлы. Это от Xiaomi 100%. Вот, MIUI даже написано. Телефон-то где? Опа! Оу, щит! Ребятушечки, тут что-то есть. Это ж лампа для маникюра. Вот она, в коробке. Какие-то лапти женские. Ну, их не купят сейчас не сезон, а не с дырками. Лапти эти мне не надо. А вот это вот что такое? А, это здесь прибамбасы всякие режали от фирмы Vitec. Это для маникюра был набор. Самого аппарата тут нет. Тут, по сути, чисто корпус от него. Это мне не надо. А лампу для маникюра можно будет продать рублей за 50, за 100. Ух, щит, ребятки. Там Эко, фирма Эко. Вон она, Эко лежит. Nike, ребят. Обалдеть, вот это лапти. Там даже куртка какая-то есть. Курточка, ребят, зацените, какая неплохая. Так она еще и зимняя. Обалденная, кстати, куртка. Я, может, в ней буду летать по помоечкам зимой. Хотите, на Мерседесе прокачу? Ну ладно, пожалуйста. Ой, но не вышло. В следующий раз на Гелендвагене поеду. 20 тысяч лайков наставите, там, может, и прокатит. Так, вот тут ничего нету. А тут есть в кармане кэшбэкеры вот эти? Нету тут. Но все равно, ребят, я счастлив. Куртка топ. Смотрим, что еще. Ребята, это лапти, фирма Эко. Кто хоть раз покупал Эко оригинал в магазине, тот знает, что они стоят дорого. И они, кстати, качественная фирма. Вот эта кожа, вот, вставки. Это ботиночки какие-то. 40-й размер. Походу, ребенок в них ходил, или я не знаю кто. Но они целые. Их продать получится вообще спокойно. Даже на той барахолке рублей за 400 отлетят со свистом. Вот еще и коровенный лапоть. Ребятки, тоже фирма Эко. На, вообще кайф. Вот второй ботинок. Но он, кстати, слегка треснут вот здесь сбоку. Но это подклеить можно и все. Забираю. Вот еще Nike кроссовок. Это для бега, видимо. Но вот эти Nike, они уже ушатанные. Прям видно. 42 размер. В принципе, за 100 рублей их купят, ребятушечки. 100%. Надо померить курточку, ведь я на нее глаз кинул, она мне понравилась. И даже, кстати, мне по размеру вообще идеально подходит. Че, ребят, как вам? Мне очень нравится. Она вот очень удобная, большая. Под нее можно кучу толстовок одеть зимой и гонять не по помойкам. Просто песня. Помойка на зиму утепляет меня. Вот. Что вот это такое? Полароид, ребят. Я понял. Братва, это, короче, фотик, который проецирует сразу фотографии на него. Вот она, пленка внутри. Это фотоаппарат быстрой печати, короче, ребят. Полароид, это ж фирма топовая. Интересно, сколько такой будет стоить? В конце видоса я покажу все находки, и мы посчитаем, сколько мне удастся на этом всем заработать. Тут, кстати, даже флешка стоит. Трансцент, это переходник, а флешка у нас... На 32 гигабайта? Ребятки, вот это вот заявочка, вот эта пушечка. На 32 гига флешечка. Сказка. Я вообще думал, что возьму в аренду Mercedes. Поеду по помойкам, а будет на помойках полный голяк. Но я ошибался, вы, ребятушечки. Помоечка радует. Вот это что такое рассыпано? Какие-то орешки, что ли? А, это косточки. Это от этого фундука или кого, кости. Короче, кости я так грызть не буду, ребятушечки, а обувь забираю. Вот это все забираю, ребятушечки, прямо вот так в кучу. Узелок свяжу, ребятушечки, и в Мерседес все, в Мерседес. Вы, кстати, зацените, какая сумка-то набитая уже. Она уже скоро переполнится. Мне вторую доставать придется сумку. Полетели, ребятушечки. Вот так давай, да. Да давай еще раз, это плохой кадр. А ты что снимаешь тут?
Тут съемка запрещена. Камеру вырубай. Есть тут чем поживиться расхитителю? О, рюкзак. Рюкзачок, ребятушечки. Кстати, ну... А, не, он ушатанный. Вот тут порванный он. На продажу не пойдет, его никто не купит. Ох, щит! Это же эти, приятного аппетита, фудбаскет какой-то. Вот еще приятный аппетит, фудбаскет. Это еда уже готовая. Ну, опять еда, короче. Ну, блин, травануться я что-то не хочу. Я такую еду не особо люблю готовую. Ох, вы чувствуете? Вы точно это не почувствуете, а я чувствую. А помоечка меня чувствует, ребят. Смотрите, я уже по весу понимаю, что там. Но не пицца, но все равно я был близок. Это пирог осетинский, походу. Ребятки, пахнет мукой. А может, не мукой, не знаю. Но, скорее всего, мухой. Сказка. Ай, губу аж прикусил, но вкусно. Кайф. Холодное. Надо греть. Был бы в этом Мерседесе вот эта микроволновка, я бы закинул, погрел бы. А так... Придется холодное есть. Помоечка хотела меня удивить, ребят. 100% хотела. Но у нее не вышло. Пироги я эти постоянно нахожу. Я больше был бы рад пицце. Но, в принципе, тоже съедобно. Запивона не хватает. Но, надеюсь, найду на следующей, 7-й помоечке, ребятушечки. Ой. Песня. Ребятушечки, я уже вижу линзы. Надеюсь, это Гуччи. А нет, не Гуччи. И душки одной нет. Но, тем не менее, носить их и вот так можно, в принципе, нормально. Тут пусто, ребятушечки. Вот это уже обидно. И тут пусто. О, нет, здесь не пусто. Вот тут думал пусто, но не пусто. Знаете, что тут написано? Жена любимая. Жена любимая. У кого-то любимая жена есть. И она жена. Любимая. Давайте осмотрим. Это какие-то подушки, что-то такое интересное. Но это, видно, подарок жене. Вот, жена любимая. Буква Д. А это, ой, любимый муж. Вот, любимый муж. Муж и жена, одна сатана. Помойка дарит жену и мужа. Получается так. Ой, а тут еще вот есть. ЦСКА. Кто болеет за ЦСКА, ребят? ЦСКА. Вот такой вот шарфичек. Для фанатов ЦСКА. Тоже заберу, его по-любому купят. О, здравствуй, кормилица. Чем ты меня сегодня порадуешь? О, решила удивить расхитителя вот этим джемом. Махевель вот этот. Джем персик манго. Кстати, неплохой бокс для хранения барахла. Но он какой-то весь кривой и косорылый. 7-я помойка порадовала меня только лишь вот этим. Какие-то подушки, шарф ЦСКА. Ну, фигня, короче. Ну, продать, в принципе, можно. Забираю, что ж поделаешь тут. Фотки, пока я на помойке. Давай кулачок, давай быстрее. Все, полетели, пацаны, спасибо. Влад А4 говно. Это 8-я помойка, и я жду экшена. Ох, как клетка! Ребятки! Как клетка! С волосней, кстати, женской. О, щит! Это не для меня. Фу, тут говнами воняет, там насрано. Тут тоже, походу. И тут, может, говном баки измазали меня специально. Так, тут что, есть тут чего-нибудь? Ребятушечки, он пустой, все пусто. А не, вот здесь есть последняя надежда на 8-й помоечке. Это вот этот бачок. Может, он порадует? Я что-то сомневаюсь. Вот, лосьон тоник для лица вот какой-то. Чуть-чуть его здесь. Пакет Сазона. Может, он венчаться компотом. Морс из клубники и черники. 1 литр.
О, а тут еще блины, ребятушечки. Блин с ветчиной и сыром, ребятушечки. Только он что-то так окоченел. Не пойдет. Он слегка липкий. А компотик? Компотик кайф. Очень вкусный. Ну, хоть морсичком порадовала помоечка. Не айфоном, так морсом. Мы приближаемся к финалу. И сейчас едем на 9-ю помойку. И держите за меня кулаки, ребятки. Главное, чтобы там были топ-находки в виде электроники или, в принципе, дорогих вещей. Время, деньги, ребята, я это осознал, поэтому надо поспешить. Посмотрим, чем тут будет поживиться. Вот. Да тут одни помои, вот. Кости, ребят, недоеденные. Вот косточки здесь, все. Где находки? Опять эти куриные кости, ребятки. Во втором пакете опять ножки. Одни помои, где электроника? Это мне не нравится. Ребятушечки, на этой помойке вообще полный голяк. Едем на 10-ю, я надеюсь, она вот очень сильно порадует. Вот на нее все надежды я возлагаю. Завершающая помойка у ребятушечки, уже 10-я. 10-я по счету. Я сразу решил открыть багажник, чтобы все находки, какие здесь будут, самые топовые, сразу туда все сложить. Ну что, ребятушечки, приступим к залуту финальной помоечки. Мне дико интересно, чем же тут будет это поживиться вот здесь вот. Вот это тут это. Короче, я понял, что надо залазить меня вовнутрь. Главное, конечно, ой, какие они, ой, резкие. Ой, порвались походу. Да что-то тут походу я ничего не найду здесь. Мыльно-рыльного остатки всякие вот. О, черный пакет, тяжеленький. Все, надо вылазить отсюда. Оно все рвется до конца походу. Ай-яй! Ребят, что у меня там на жопе, посмотрите. Что случилось там, я не пойму. Как я и сказал, ребятушечки, помоечка радует. Сегодня, в принципе, порадовало. Я проехался по помойкам на этом Мерседесе. 10 штук было проехано с нами. Вот. И вот, что нам удалось найти. Две подушки вот такие. Здесь написано «любимый муж», здесь написано «любимая жена». Ну, помоечка дарит мужа и жену. Вот. Короче, продать их можно будет рублей по 100 на барахолке. Считаем. 200 рублей вот сюда вот тут. Вот здесь будет счетчик денежный наш. Помоечка порадовала вот таким вот шарфичком от бренда ЦСКА. Вот, это ЦСКА бренд там, одежды какой-то, наверное. Это футбол или баскетбол, я не знаю. Короче, я думаю, его за 50 рублей продам по-любому на барахолке. Плюс 50 рублей. Смотрим дальше, ребятушечки, вот эта курточка зимняя. Сейчас я вам скажу, какого она бренда. Бренд этой куртки MP3 Pfone. Не знаю, таких брендов я не слышал никогда, но она выглядит довольно-таки симпатично, имеет много карманов. Ну и в целом состояние и вид у нее неплохой. Если бы я ее продавал за 500 рублей, улетела бы со свистом. Но я ее оставлю себе, потому что мне на зиму тоже надо во что-то утепляться. Спасибо помойке, она одевает меня, как обычно, в очередной раз. Это и не только одевает, но и обувает. Вот, допустим, вот эти Nike отлетят на барахолке за 100 рублей. Плюс соточка. А вот это уже подороже обувь. Это фирма Echo. Они вот здесь кожаные. Оригинальные, естественно, 40-го размера. Продать их можно будет на барахолке за 400 рублей. И еще одна пара обуви, ребятушечки, вот такая. Тоже фирма Echo, но это более такой классический стайл. Размер 42-й. Ну, тоже такой ходовой размерчик. Продам я их тоже рублей за 400 вообще спокойно. Только их тут надо слегка подклеить, поэтому продам их за 300. То есть это еще плюс 300 рублей. Еще одна пара обуви, вот такие вот найкосики. Вроде бы как, возможно, оригинал, но я что-то сомневаюсь. Эти бирки все, они вот видите, отваливаются все, они разваливаются, поэтому...
Ну, если я вот ее отклеил, все, тут уже не понять, какого они размера будут. Но это 40-й. Рублей за 200 отлетят на барахолке. Швейпис, ребятушечки, с помоечки. Вот это бесценно. Это я буду пить. И у меня плюс тут не только швейпис был найден, но и вот такой морс из клубники и черники. Помоечка дарит выбор в виде охладительных напитков. Так, ну, обувь закончилась. Вот это еще вот из одежды есть вот такой вот, как бы, свитерок или что это, джемпер с вырезом розовенький вот такой. Из магазина Остин. Он мне подойдет, буду одевать его под толстовку зимой и лазить в нем по помойкам. А вот это уже пошли ценные гаджеты, ребятки. Смотрите. Вот такие вот наушники Defender. На рынке я их продам, ребятки. За 200 отлетят со свистом. Вот эти вот 3D-очки, ребятушечки, интересные, с наушниками. Тут будет полное погружение. То есть берешь их, вот так одеваешь и полетел, короче. Это помойки в 3D у меня уже получается. Помойка в реальности. Если вы будете смотреть мой контент в этих очках, то вы будете ощущать максимальное поглубление в мусорный бак. Я их продам, ребятушечки, тоже на рынке за 300. Они вообще как новые, за 300 отлетят со свистом. Ну и походу одна из самых ценных сегодня находочек в помоечке, это вот такой разбитый в хлам ноутбук. Ну как в хлам, я конечно находил ноуты у Шатяни еще похуже, чем этот, но тут разбита матрица. Ее можно вот так как бы добить, и ну тут уже ничего хуже не сделаешь. Это HP Pavilion G6. В ушатанном корпусе с отсутствующими кнопками. Внутри находится батарея, к чему я сказочно рад, конечно, и счастлив. Также там, скорее всего, внутри есть оперативка. И я думаю, там оперативки гига 4. Короче, этот ноутбук продастся на запчасти за 1000 рублей на Авито. Это плюс штукарик к общей сумме. Вот это уже топчик. Возможно, этот джойстик работает по Bluetooth, и я его смогу даже подключать к своему телефону. Или знаете к чему? У меня есть TV-приставка, которая поддерживает джойстики. Я подключу вот этот джойстик к TV-приставке. И буду гамать в игры за телевизором. Просто помойка дарит гейминг. Это тупо геймерский комплит. Понимаете, ребятушечки? Короче, данный джойстик я, если бы продавал, то я думаю, его можно продать за 1000 рублей. Но я его оставлю себе. И последняя находочка, ребят. Самое уникальное. Такое фотик никогда в жизни не находил. Это фотик Polaroid, который делает моментальные фотографии. Сейчас скажу модель вам, для тех, кому это интересно. Z2300 модель. Вот это понятно так? Он выглядит так футуристично, красиво. Если он работает, то я его, наверное, себе оставлю. Но это, конечно, прикольно, когда ты можешь что-то фоткать, и фотка твоя сразу вылезет из вот этой вот дырки. Тут, кстати, даже пленочка на экране. Вот смотрите, я ее снимаю. И он вообще теперь как новый. Просто сказка. Так оно еще видео пишет. Он может видео снимать. Охренеть, топовый фотик. Надеюсь, рабочий, короче. Но если он не рабочий, то я его продам за 500. Если рабочий, продавать не буду, оставлю себе. А так мог бы продать на Авито за 1000 рублей. Сказочный компотик. Ребятушечки. Вот такую вот общую сумму нам удалось заработать на помоечке сегодня, в 10 помойках. Ну, на бензин мы точно окупились. Ну, то есть, ну вот я рад реально, потому что за эти бабки бензинчик по-любому уже купить получится на эту кобылку. Ребятушечки, скажу коротко, 20 тысяч лайков, и я еду по помойкам на Гелендвагене. Всем спасибо за просмотр, все полезные ссылочки вы найдете в описании. Также не забывайте поддержать этих смелых ребят, которые дали мне эту тачку в прокат, чтобы я расхищал на ней помоечку. Ссылочка на Flycars в описании, ребятушечки. Я поехал клеить женщин, ну и наслаждаться этой шикарной жизнью.